Недельная блокада Суэцкого канала судном «Ever Given», которая произошла в конце марта, отразилась и на работе Одесского порта. Как сообщили в администрации гавани, на прошлой неделе она вызвала уплотнение графика обработки контейнеровозов. Только за двое суток, 15-16 апреля, два контейнерных терминала порта приняли 6 судов и обработали более 7,5 тысяч контейнеров. Напомню, что с 23 по 29 марта движение судов по Суэцкому каналу было заблокировано из-за технического инцидента с контейнеровозом «Ever Given». Блокада вызвала задержку с проходом из Красного в Средиземное море 200 судов.